Ты что хочешь сказать, Олеж? Всем яу! Сегодня мы будем снимать очень большой обзор на остров Кипр. Вот, и там всякие окрестности. У меня такие ассоциации с ним, когда я на работу. Ехали, вселились в отельчик вот такой. Скромняга. Номерок. Ну, пойдет. Сейчас будем искать вайфайчик и так далее. Вообще посмотрим, что это такое про Тарас. Так, короче, мы пришли в какой-то этот. Да. Первый вечер. Мы еще не успели ничего сделать. Мы еще не акклиматизировались. Да, я даже в туалет еще не зашел, а уже иду тусоваться. Короче, мы идем в отель. Первый день мы это отметились, посмотрели, купили немножко воды. Вот. Такие замечательные. Как-то так. Первый день. Первые часы на Кипре Норме. Да? Всем яу, первое утро. 9 часов утра. Я так на работу не встаю. Да, кстати, я хотела это сказать. Вскочила, что такое. Короче, пляж внутри отеля такой себе. Кстати, даже не наш. Жан, привет! Огурец не взяли. Берешь ее, да. Огурец не взяли, да, точно. Надо было на завтраки брать. Стырить ей по яичку? Да. Йоу, сегодня у нас третий день, мы идем на море. Я немножко угорел, поэтому сегодня наряжен. Наташуня рассказывает, что она по ночам выходит на балкон посмотреть, что вообще происходит на этой замечательной улице. И говорит, что гиену слышит она. Вот наше окно там. Сейчас покажем, как пройти до моря. Короче, про это распиаренное место Fig Tree Bay
полный отстой. Я вам показывал более крутые места, я даже не стал снимать эту ерунду. Вот представьте, Сочи долбит музыка и дофига народу. Вот это Victory Bay. Короче... В общем, есть намного класснее пляжи. Просто пару шагов надо отойти и... Да, там красивую лагуну, Victory Bay вообще не алё. Baby, I wanna touch you. I wanna breathe into your well. See, I gotta hunt you. I gotta bring you to my hell. Baby, I wanna fuck you. I wanna feel you in my bones. Boy, всем привет! Мы едем кататься на мопеде! На мопеде! Мопедик, мопедик. Фил! На мысу Кабо-Греко. Короче, поедем дальше. Здесь очень красиво. Вот. Так, Джан, привет. Я целыми днями пью. Не могу остановиться. Спиваюсь. Надо был на мопеде и с пивком. Да. Ну я его выпил уже просто. Немножко покатались и приехали. Посмотрите, какой вообще просто. Просто крутецкая штука. Обрывчик. Нравится тут? Да, очень круто. Наташа боится высоты, но что? Я не знаю, куда меня Наташа не привезла, какие-то статуи. Вообще непонятно, что. Как это называется? Агенапа? Аянапа. Поверили.